Выходим. Да ты меня возьми, твои, пожалуйста! А не, покидем! Выйдите из здания. Здесь оперативно-следственная группа. Мы ее вызвали. Да. Мы вызвали вот оперативно-следственную группу. Это открытое помещение. Это открытое помещение для граждан. Вам здесь запрещено снимать. Кем? Кем? Норма закона. Нами. Кем? Мною. Я не знаю, лично. Кто вы. Вы до меня домогаетесь свободно. Сейчас? Я не домогаюсь. Домогаетесь. Покиньте. Еще раз говорю, покиньте. Вы ко мне применяете. Женщины, покиньте. Фиксируйте ко мне, применяя грубую физическую покиньте силу. Здание. И прекратите снимать. Я говорю, не надо ко мне применять грубую физическую все, силу. Я не знаю, кто вы. Все, отойдите, пожалуйста, от меня. Что, конечно, фашисты, что? Ничего, так, кто еще там? Еще снимай там. Где оперативно-следственная группа? А вот они его и ведут. Где оперативно? Там Андрей еще это самое прихватили. Слава! Слава! Слава, беги туда! Суки, а! Что повяжут? Кто повяжет? Основание задержания! На основании чего человека задерживать? На основании чего задерживаете? На основании чего задерживаете? На основании чего задерживаете? Основание. Основание для задержания. Основание для задержания. Незаконное задержание. Звоните, незаконное задержание. Руки уберите. Руки. Полномочия к вам обращаюсь. Вы кто? Полиция живут. Полиция. Смотрите, незаконно задерживают. Не провоцировать сотрудника охраны. Вы что делаете? Мы вызвали. Вы ушли. Телефон уберите, съемка у меня запрещена. Норма закона. По закону. Норма я имею закона. Право вам запретить, как и все по граждане. По какому закону? Основание предъявите для задержания. Оснований нет, отпустите. Иначе мы будем сейчас звонить везде. Пройдите в отдел, пожалуйста. Пойдемте, мы вызывали. Вот пройдите сотрудникам в отдел. Пойдемте в отдел. Пойдемте. А мужчину тоже прихватите, он еще полномочий свои не предоставит. Дома тебя будут сучонок искать. Козел. Ты 3 года заработала. И вы себя так будете вести. Гражданка, запись запрещена. Норма закона. Вы вас уже. Я человек. Пожалуйста, не снимайте. Я говорю, я человек. Вот сейчас зайдем в ВВД и будем разговаривать. Будете ссылаться мне, на основании чего задержали человека. Нет. Вместо того, чтобы показать нам содействие, вы все нарушили и попали под статью 282. Никто не попадал. Не отказали вас законного содействия коренным. Вот, значит, объясните, зачем вы нарушаете общественный порядок? Какой? Вот ваш... Какой? Назовите мне, какой? У нас режимный объект. Тут режимный объект. О, как здорово! Молодец, это сейчас в YouTube пойдет. Пойдемте, сейчас будем выяснять основания задержания. Катя, звони еще нашим, пусть кто есть, едут. Димка едет. Вместо того, чтобы защищать, это прокурора нам вызывать. Объясните, тут ваши претензии. Вот сейчас придем и объясним. У нас 16 звонков вашего ОВД. Никто не приехал защитить наши права. Я приехал. И что, вместо этого устроили скандал, что ли? Где я устраивал скандал? Вы установили личности, которые там к нам применили физическую силу? Вот вы мне мешаете работать. Кому и вам? Восстанавливать мне. Вы еще не представились. Как сотруднику полиции. Вы уже нарушили федеральный закон о полиции. Нет, вы не представились. Телефон. Да не надо говорить, ля-ля, он у меня сначала сюда не отключался. Проходите, пожалуйста. Конечно.
Это тот, который был вызван, сотрудник полиции? Вы препятствуете, вы нарушаете статью 27. Вы почему мне препятствуете? Проходите, проходите. Уберите стол свой, нережимный объект, не устраивайте цирк. Понимаете? Вы людей уже как скотов в рамки загнали. Хватит издеваться над народом. Уже на праздники рамки ставят. Ничего не говори. Ужас какой-то. А Максим... Так, давайте писать заявление. Будьте любезны, молодой человек, представьтесь, пожалуйста. Я буду жалобу на вас писать о незаконном задержании. Я к вам обратилась, молодой человек. Федеральный закон о полиции. Вы под него попадаете. Вы игнорируете наши законные требования? Представьтесь, пожалуйста. Пишите заявление. Приставы сейчас сюда придут. Так, что пишу? Так, от кого? От человека, как я и учила. Так, у кого телефон может отправить сразу в YouTube все?